Часто хозяйки не задумываются о том, почему заплесневел хлеб или лук начал прорастать в скором времени после покупки. А ведь все дело в неправильном месте хранения. Не всем продуктам показан холодильник. Сегодня разберемся, что и где лучше хранить. Считается, что мед вообще не портится, и его можно хранить годами. Только не стоит делать это в холодильнике. Там он загустеет, кристаллизируется и потеряет часть полезных свойств. Лучше всего поставить баночки с медом в темное прохладное место. Если хранить лук и чеснок в холодильнике, они очень быстро прорастут. Куда лучше сложить их в картонный или деревянный ящик и поставить в шкаф. Если лука много, имеет смысл его разделить и хранить по старинке в косичках из капроновых колготок. Большинство хозяек хранят муку в родной упаковке в одном из шкафчиков. Такой способ хранения часто приводит к появлению жучков внутри упаковки. Чтобы этого не произошло, сразу после покупки пересыпьте муку в контейнер и храните в холодильнике. Помидоры лучше всего хранить при комнатной температуре. В холодильнике они теряют свой аромат и вкусовые качества, так как низкая температура негативно влияет на тонкие мембраны внутри плодов. Несколько дней в холодильнике и томаты станут сухими и безвкусными. Понравились советы? А может, вы знаете другие секреты хранения продуктов? Тогда делитесь с нами в нашей группе ВКонтакте.